А, вот оно, кстати, большая-большая вкусная пачка. Сейчас мы все достанем отсюда. Так, сейчас. Давайте смотреть, что там у нас есть. И этот скетч я очень люблю. Очень люблю. Это один из моих любимых скетчей. Он прям здесь такой получился сладенький и опасный, опасный. Раз-раз, вот. 18.06.2016 года. Да, 2016. То есть это уже 6 лет назад. Даже 6,5. Офигеть. Там сзади тоже какие-то скетчи. Это скетчи какой-то фэнтезии. Тоже старые скетчи. Но вот этот скетч мне очень нравится. Я его везде с собой ношу. Он прям потому что очень сладенький. Так, это скетч комиксу. В итоге это в комикс пока еще не вошло. Это Аманда и Картер расклеивают объявление о пропаже. Это Брайан. А это похоже на какую-то овцу или козу, но это собака. Это скетч собаки. Вот мне очень нравится здесь лицо Аманды, и, скорее всего, это войдет в комикс, когда Брайан уже, соответственно, смоется. Вот. Но что мне не нравится, что они здесь очень мелкие. По идее, они должны быть старше, потому что Брайан-то пропал, когда ему 25 лет уже стало. А здесь как-то получилось, что я их каких-то школьников нарисовала, а школьникам Брайан не пропадал. То есть это какой-то очень странный альтернативный сюжет. Ну, в общем, короче, придется делать их старше. Но мне нравятся они и так. Они прикольные здесь. Вот так. Это какой-то эльф, который бежит. Просто эльф, который бежит. И спойлеры по Центавре не покажу. Спойлеры не покажу. Так. Это Брайан. В какой-то одежи. Ой, это... Это очень много тентаклей. Это очень тентакли. По-моему, это тентакли. Да, from the tentacle monster kind of view. Короче, это тентакли, да. Fucking painted здесь написано, и это было тоже в 2016 году, и я до сих пор так и не писала это. 11 главу я пишу уже, наверное, лет 5-6, да. Вот, но мне нравится вот этот Брайан, я, может быть, даже возьму этот скетчик, как-нибудь обработаю скоро. Возможно. Надо его отложить, зафоткаю себе. Вот. А, вот этот мне нравится рисунок. Я его обработала. Он есть в раскрашенном варианте. Это просто скетч, как он изначально появился в скетчбуке. Просто он мне нравится.